Привет, мои дорогие гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Ну что, каждое утро уже практически неделю или две я поздравляю всех держателей токенов MCRT, потому что мы действительно рвем рынок. Прошлой ночью токен MCRT вырос на 50% против биткоина, и зашли огромные объемы. Теперь торговый объем составляет больше $2 миллионов. И у меня мессенджеры завалены сообщениями, меня приглашают на разные ивенты. 1 сентября я буду на лайвстриме у BitBoy. Также у нас есть договоренности с криптовалютными биржами по поводу листинга. 7 бирж уже на очереди, и мы будем листиться там в течение ближайших недель. Все начинают говорить о проекте Magic Craft, CoinMarketCap тоже постит о нашем проекте. У нас там самое большое и быстро растущее комьюнити, мы находимся на 4-м месте. Ну что ж, сегодня мы посмотрим на графики по биткоину, также я дам дополнительную информацию по проекту Magic Craft. И имейте в виду, что сейчас цена токена MCRT составляет всего 1 цент. Мы начинали наш проект в ноябре, по-моему, прошлого года, и тогда цена токена достигала 10 центов. Капитализация составляла $100 миллионов, хотя на тот момент у нас не было практически ничего, только концепция и сайт. Мы только-только запустились. Ну а сейчас у нас есть уже бета-версия игры, и все больше и больше крупных инвесторов присоединяются к этому бета-тестингу и играют лично. И я вам скажу, игра им приходится по душе. Подпишитесь на канал, где уже 77 тысяч подписчиков, поставьте лайк. Обязательно присоединяйтесь к социальным сетям проекта Magic Craft. На Твиттере у нас уже больше 90 тысяч фолловеров. И в Телеграм-чате около 40 тысяч подписчиков. Ну а ссылки на официальный сайт проекта есть в описании под видосом. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу. Откроем графики. И посмотрите, MCRT снова лидирует в моем watch-листе, в списке криптовалют, за которыми я постоянно наблюдаю. Посмотрите, весь рынок сегодня либо замер на месте, либо красный, но токен MCRT набрал 10%. Текущая цена составляет 0.013. Ну вот посмотрите, токен MCRT пришел четко к тому уровню, о котором я говорил в своем прошлом видео. Он поступательно идет вверх, дошел до уровня сопротивления, но и дальше нужно смотреть, что будет. Давайте померяем, на сколько процентов выросла цена, если мерить от самого минимума. Это получается 765%. Давайте, конечно, уточнимся еще, но мне кажется, по-любому будет больше 700%. Ну да, 755% получается. Это просто невероятно. Если бы вы закупили токен MCRT по минимальной цене, вы могли бы получить 700% профита. А месяц назад я вам говорил, ребята, обратите внимание на проект MCRT. Не провтыкайте. Если бы вы закинули в токен MCRT тогда $10 000, то сейчас эти деньги превратились бы в $70 000. Если бы вы закинули $100 000, то получили бы уже $700 000. Но на самом деле многие смогли таки заработать на этом движении, на этом росте токена MCRT, с чем я вас, конечно же, и поздравляю. Но при этом мы только начали наш разбег, имейте это в виду. Наша глобальная цель — вырасти до такой же капитализации, как у компании Meta. Axie Infinity, о чем я постоянно говорю, это лишь наша первая цель. На самом деле мы больше, чем просто игра Magic Craft, мы технологичная компания. И мы хотим сделать игру в виртуальной реальности. У вас будет такой шлем, который вы будете надевать и играть в виртуальной реальности. Будете сражаться с другими игроками, и прикиньте, насколько это будет круто. Ну а мы только начинаем, и при этом мы используем технологию Play to Earn. А это просто революционная технология. Ну что ж, вернемся теперь на графики. Еще раз поздравляю всех держателей токенов MCRT с этим потрясающим профитом. Сейчас токен MCRT подошел к уровню сопротивления, пытается его пробить, но посмотрим, что будет дальше. Теперь перейдем к биткоину. Текущая цена $23 440. Цена биткоина вчера, конечно, ушла вниз, но уже стабилизировалась. На часовом таймфрейме биткоин пока что находится в даунтренде. На дневном стохастик приближается к зоне перепроданности. На недельном стохастик тоже находится в зоне перепроданности. И теперь посмотрим, что происходит на 4-часовом. На 4-часовом стохастик тоже в зоне перепроданности. Но в целом биткоин пока что удерживается выше этой трендовой линии, которая прорисована у меня на графике. Я думаю, что он вполне может удержаться на этой трендовой и оттолкнуться. Пока что новый минимум на биткоине выше предыдущего – это хороший знак. Если так дальше пойдут дела, то биткоин все-таки будет идти вверх. И сейчас мы можем примерно прикинуть уровень, на который стремится биткоин. Давайте прочертим еще одну линию. Да, я думаю, что биткоин может все-таки оттолкнуться и пойти вверх, но в целом нам нужно пробивать вот эту красную трендовую линию, которая обозначена мне на графике. Она показывает глобальный нисходящий тренд, который начался в ноябре прошлого года. 11 ноября, если говорить точнее. Ну, ребята, я все-таки верю в биткоин, и я думаю, что он пойдет таки как минимум тестировать эту трендовую линию для того, чтобы попытаться ее пробить. Я бы сейчас заходил в лонг на биткоине. В общем-то, здесь у меня уже обозначена сделка. Еще со вчерашнего дня, по-моему, и она до сих пор актуальна. Риск составляет $185, потенциальная прибыль $3700.
Теперь давайте перейдем к токену MCRT, проекту MagicCraft. Текущая цена 0.013. И вот посмотрите, какой рост по доллару, плюс 52%. По биткоину плюс 55% и по эфиру 55%. Совершенно потрясающий результат. Прикиньте, сколько должен стоить биткоин для того, чтобы он тоже вырос на 50%. Он должен стоить 50 штук баксов. Но и то же самое по эфиру. Для того, чтобы он вырос на 50%, он должен стоить 3000 баксов. И если посмотреть на месячный рост токена MCRT, то вы увидите, что он вырос на 700%. И такой показатель тоже можно спроецировать на биткоин. Для того, чтобы биткоин вырос в 7 раз, он должен стоить примерно 140 тысяч долларов. Не уверен, что для биткоина такое возможно, но это вполне возможно для токена MCRT, который показывает просто потрясающие результаты. И то же самое можно сказать по эфиру. Чтобы эфириум вырос в 7 раз, он должен стоить больше 14 тысяч долларов. Вряд ли такое произойдет в ближайшие дни, но с токеном MCRT может произойти всякое. Вряд ли такое произойдет в ближайшие дни, но токен MCRT показывает именно такие результаты. Текущее место в рейтинге криптовалют 2831. Текущий market cap составляет 16,5 миллионов долларов. И посмотрите на суточный торговый объем. Он вырос на 190%, и теперь он составляет 2 миллиона 100 тысяч долларов. Люди действительно начинают обращать внимание на проект MagicCraft и токен MCRT. Давайте посмотрим, сколько токенов MCRT можно взять на один эфириум в данный момент. Сейчас я установлю правильную торговую пару эфириум к MCRT. Итого, на один эфириум вы можете взять 142 163 токена MCRT. И почему я так часто говорю о токене MCRT? Ну, во-первых, потому что я являюсь основателем проекта MagicCraft. Ну и во-вторых, вряд ли, что какая-то другая криптовалюта могла настолько вырасти в течение месяца. Например, тот же биткоин, чтобы дать такие показатели, должен был вырасти до 120 тысяч долларов. Поэтому я и говорю, обратите внимание на проект MagicCraft и токен MCRT. Ну и опять же, market cap токена MCRT составляет 10-12-15 миллионов долларов. А у Axie Infinity, которая просто детски лепит игра по сравнению с нами, капитализация 1,5 миллиарда баксов. То есть market cap MCRT меньше в 100 раз, чем у Axie Infinity. Поэтому нам еще до этих показателей расти и расти. И мы хотим превзойти в итоге Axie Infinity. И мы по-любому это сделаем, потому что наша игра гораздо лучше, чем у Axie Infinity. Прикиньте, что ваши токены, которые вы сейчас держите в ваших кошельках, могут вырасти в 10 или даже в 100 раз. Это будет круто, это то, к чему мы стремимся. Давайте вернемся на PancakeSwap и посмотрим, сколько токенов можно купить за USDT. Например, на 100 USDT вы можете взять 7675 токенов. На 1000 USDT вы можете взять 76540 токенов MCRT. При том, что месяц назад на ту же 1000 USDT вы могли взять больше, чем 500 000 токенов MCRT. И люди не просто покупают токены MCRT в наши дни, но они также отправляют токены в стейкинг. В данный момент застейкено уже 413 444 000 токенов. У нас есть разные периоды стейкинга, разные модели вознаграждения, а также бонусы. Всю детальную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте magiccraft.io. В целом получается, что застейкано примерно 40% от общей циркуляции токенов. Посмотрите на текущую циркуляцию 1.25 миллиарда токенов. Из них 400 миллионов застейкано. Давайте покажу теперь, как выглядит телеграм-чат проекта MagicCraft. Здесь уже почти 42 тысячи подписчиков. И все, конечно, безумно довольны тем, как развивается наш проект. Вот кто-то уже смешной мемчик нарисовал касаемо токена MCRT. Но я думаю, что мы доберемся в итоге до доллара, конечно. Вот эти все сообщения, которые вы видите, подписчики накидали буквально за последние 5-10 минут. Все тут отмечают... Я думаю, что кто-то и пьет шампанское. Еще бы этого не делать, рост за месяц составил 750%. Многие, конечно, смогли заработать на этом росте. Поздравляю всех держателей токена MCRT. Вот листаю, листаю все эти сообщения. И публика, конечно, довольна тем, что токен MCRT летит на Луну. Но в целом, ребят, повторюсь, что мы только начинаем, и наша цель — создать игру номер один в мире по модели Play to Earn. Капитализация Axie Infinity составляет 9 миллиардов долларов, капитализация Meta составляет 500 миллиардов долларов. И это наши цели на ближайшие 20 лет. Вернемся обратно в чат. Публика довольна. Всех поздравляю. И еще какой-то мемчик. Ну понятно, у людей хорошее настроение, почему нет? Сейчас еще кое-что интересное хочу вам показать. Боже, столько сообщений, конечно. Хотел показать вам то, что запостил CoinMarketCap по поводу MagicCraft, но не могу найти в этом чате. Давайте, может быть, перейдем на Twitter, там будет быстрее. В общем, это наш Twitter проекта MagicCraft, и здесь уже 91 тысяча фолловеров. Тоже очень быстро растет количество подписчиков. Ну и вот, что запостил CoinMarketCap о нашем проекте.
мы вошли в пятерку лучших на CoinMarketCap. Проект с самым растущим количеством просмотров. На первом месте находится BNB, мы находимся на четвертом месте. Но понятно, что такое BNB, там огромная капитализация. В общем, поздравляю всех держателей токена MCRT, поздравляю всех, кто поддерживает проект MagicCraft и уже давно остается с нами. Вот тоже интересная статистика. Чтобы MCRT достиг капитализации Axie Infinity, он должен стоить $1.28, вырасти в 162 раза. И как я уже сказал, каждый день мы встречаемся с нашей командой и тестируем игру. И вчера к нам присоединилась, кстати, парочку инвесторов. Если вы тоже хотите присоединиться к бета-тестингу, вам нужно иметь либо 1 миллион токенов MCRT, либо 1 игровой NFT из нашей Genesis коллекции. И тогда вы сможете присоединиться к бета-тестингу на публичной стадии. И сегодня мы, возможно, объявим о партнерстве с криптовалютными биржами. Если вы давно смотрите мои видео, вы знаете, что мы планируем листиться на новой бирже каждую неделю. И у нас уже есть 7 бирж, с которыми мы договорились о листинге. Мы последовательно развиваем наш проект. И вы, мои зрители, являетесь первыми, кому я вам об этом рассказываю. Я вам показывал уже отрывок трейлера, затем показал полностью трейлер. Делюсь с вами самой свежей информацией, ну и, конечно, присоединяются криптоинфлюенсеры. Все больше и больше людей начинают говорить о проекте MagicCraft. Полистайте YouTube, и вы увидите, что появляется все больше и больше обзоров игры. Сейчас мы проводим бета-тестинг, ну и очень скоро начнем уже листиться на новых биржах, кроме тех, которые у нас уже есть. Я сам игрок, и в какие только игры я не переиграл, поэтому есть мне с чем сравнивать. StarCraft, World of Warcraft, Lineage, Dota, в общем, все прошло через меня. Я даже не могу уже вспомнить все игры, в которые я играл, но поверьте, у меня есть опыт. Мы берем самый лучший опыт из всех игр, которые были выпущены, и интегрируем это в наш проект, поэтому он будет совершенно потрясающим. И в принципе для геймеров и для криптоэнтузиастов, потому что в игре можно зарабатывать криптовалюту. Мы сами командой каждый день играем в эту игру, тестируем ее, и всем она очень нравится. Я вам уже показывал футаж этой игры, как выглядит интерфейс, но не поленюсь полистать еще на эти картинки. В общем, это изображение, как выглядит игра внутри. Один из персонажей. И также сейчас попытаюсь найти все-таки видео, показать, как мы тестируем игру, играем командой. Ну, пока что найти не могу, но вот интересная статистика на протоколе Phantom. Мы тоже заняли второе место. Это тоже хорошее достижение. Ну вот, вот мы играем в игру. Вот так это выглядит. Поздравляю всех держателей токенов MCRT. Поздравляю всех, кто поддерживает наш проект. Благодарю вас за то, что верите. И имейте в виду, что мы только начинаем. Текущая цена токена 0.013. Вот почему я так часто говорю о проекте MagicCraft и токене MCRT. Потому что никакой биткоин не даст таких результатов в течение месяца. Вряд ли, что биткоин достигнет уровня $120,000 за ближайшие 30 дней. А эфириум достигнет $10,000 за это же время. А вот токен MCRT может вырасти на 700%. Поэтому обязательно обратите внимание на MCRT. В общем, на этом, я думаю, на сегодня достаточно. Всем желаю хорошего дня. Обязательно присоединяйтесь к нашему телеграм-чату, к нашему твиттеру. Следите за проектом, покупайте токены, покупайте NFT с Genesis коллекции. Присоединяйтесь к нашему бета-тестингу, как только будет такая возможность. Всех люблю, всех обнимаю. Моя цель — финансовая свобода для всех вас. 1 сентября, не пропустите, я буду в гостях у BitBoy. И напоминаю, что скоро мы будем листиться на очень крутых криптовалютных биржах. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра!